Мега, Зави Мега, Ансиджа, Элит и Гейс. Сегодня мы играем в League of Breakout. Это какая? Пятая серия? Я четвертую серию еще не выложу, когда мы это снимаем, ну ладно. На самом деле, четвертая серия никогда не будет. Почему? Что Элит Гей? Да, Элит Гей, потому что мы знаем об этом его. Особенно... Ой-ё, чё, раунд 2, да? Ви, так, первый сказал Вин Мега, первый за Вин Мега сказал. Так, что? Короче, ждем, когда вы Мега Стронг скажет, что Витя большая и крутыш. Так, ну хватит Антиджо. Давайте Out on Fuse, потому что ее обновили. Давайте. Так. Out on Fuse. Все. Аутистик Фьюбс. Все. Кстати, Фьюбс опять не в серии, потому что он еще тот. He's bad. Они, блин, понимаю, у меня город показали, где я живу. Нет, они не знают, где как я живу. Как город мог показать, где ты живешь? Они просто... Послушайте, если вы не поймете ничего, что я сегодня говорю, это просто... Что за неваться нахер? Спасти Гипса, Гимса. I don't fight Гипса just for fun. Спасти... Это что, активированная Витя Большая Титя? Надо Гейса спасти. Антиджо, это вырезать идет, ты же знаешь. Так ладно, вырезать. Он нам сделал... Это Антиджо только выпуск короче сделал, потому что он нас только в первой серии побывал. Ах, понимаю, я плачу. Нет, вообще-то у нас 21 минут прошло, понимаешь ли, что я первую серию... Совсем забыл, что нас добавили резкие мишины, и нам нужно спасать игроков. Нам нужно спасать игроков здесь. А меня спасти можно? Нет. А ты? Нет. Нет, да. И да, Вин, не спойлери кое-что. Не спойлери. Спойлери, пожалуйста, там видео, как зайти спидран по Майнкрафту, поехали. Какой спидран по Майнкрафту, зачем дал он? Вообще-то, ты меня назвал, да? Это, Асиджа, скажи секретную фразу. Витя Большая Титя? Нет. Ну, это моя секретная фраза. Нет, только то, что ты в начале выпуска сказал. Пельмени. Нет, не с Витьком. Витя Большая Красивка. С Элитом. Что? Три. Ну, то, что после того, что он написал Ною. Я не знаю, как проходить этот уровень. Объясните, пожалуйста. Не хочу. Антиджо, иди сюда. Магичный, это же самая легкая сложность. Не надо. Так, Элит, если... Так, короче, Антиджо, если ты сейчас не придешь через 5 секунд, Элит тебе кильнет. Элит такой, ладно. Все. Давайте этот... как там его? Лобби секшн, как всегда. Кстати, Антиджо, я тебе сейчас кое-что напишу в этот, в личку, и ты должен сказать. Давай, смотри. Так, там слово, которое... Так, Вин, говори. Элит гей. Нет. А погромче нельзя было? Блин, что за графика игр? Что за игра? Это фьючер лайтинг, что такого? Я, короче, умер. А, ты тоже сдох? Да. А зафига я пошел? Нет, Засиш, знаешь что? Лучше бы ты сказал бы Гелит, вот так было получше. Гей. Чё? Гелит гей. Логично. Ну, конечно же, логично. Бедный Элит его лишают. Бедный Элит. Смотрите, Гелит такой зайдёт в видео и такой пишет, блин, а чё у меня так называется? Кстати, прикол был обоу зайдёт, кстати. Кстати, люди. Элит забирает Элита. В смысле, я же забрал того токсика. Какого токсика? Кстати, это Вин. Элит забирает Элита. Винмега забирает Винмегу. А Анти же берет мышь. Получается, что он педалишь. У Элиты, короче, забагалось. Короче, все люди поют. Это сегодня видео по названию «Как у нас все лагает». И сегодня у нас исправление баги, как говорится, потому что у нас само собой происходит полный... Я испугался. Короче, все, люди, понимаете ли, что всё, игра закончилась? Хэллоуинское оформление в лобби, там всё ещё осталось. Это хэллоуинское оформление в лобби вообще не меняли. Так, лобби секшн, ещё раз лобби секшн, потому что мы вначале сдохли. Или пускай там сам разбирается с этой кнопкой. Я не хочу лобби секшн, она говно. А ты, нет? Скилла нет, вот и молчи. Так, давай сейчас начнется, Серёга. Так, если вы хотите... Почему это сглаживание, не смотрите?
Так, гляди, сейчас пропустите этот момент, потому что сейчас начнется мат, если у вас родители дома. Пожалуйста, цените мать, как особенно твою мать. Ай! Без шоки, как я упал быстро за одну секунду. Ну, как говорится, инсинджио... гей. Так, вырежи эту сцену, потом хорошо? Нет. Ничего я не буду говорить. Геймс! Я сейчас буду материться. Ах ты, долбоёб. Гейс! Меня запрошло... А, я понял! Или это Азиджа папа спалил? Так, всё. Всё, до свидания. Как говорится, Гейс не смог активировать кнопку. Так, стоп. Вы что, все сдохли? Гейс, за меня сейчас за Гейса сейчас сдохнет. Не надо, давайте я не убесаешь, ну пожалуйста, я не хочу. Давай я хочу кожу показать в этом выпуске. Я хочу кожу показать в этом выпуске и все. Ладно, что ж, все. Я хочу просто дойти. Че? Ничего. Убесаешь. Я хочу просто дойти до самого первого лобби, короче, ну и показать кое-что. Блин, не говори. Спойлер, там будет ужасная сцена, которую будете в шоке. Как и вы, мои подписчики. Да. Вы меня вообще-то смотрите. У тебя нету канала. Да. Омега. Да. Эстрон. О, Стрингфилдс! Какой Стрингфилдс? Так, окей. Так, окей. И что теперь? Кого мы сейчас будем спасать? Гейс. Опять Гейс? Потому что Гейс креатор этой карты. Ну, тебе понятно, почему мы не спасаем никого. А теперь спасите меня, пожалуйста. Я жив. Да, хорошо, всё. Так, окей. Тут два Гейса бегают. А, как мне спасти его? Так, у нас никакой новой карты, сегодня у нас просто резкие мишины. Блин, ну короче, походу я не спасу Геймса. Бедный Геймс, ты его предал. Короче, я не смог его спасти. Что? Я не смог. Ребята, F в чате за Геймс в комментариях. Да. Я за Геймс в комментариях. Мне интересно, а Геймс напишет у тебя в комментариях? Геймс, пиши F в комментариях. Лобби секшн. Ну это Мажор Твинс, и почему он с нами не играет? Кто? Мажор Твинс. А я думаю, знаю, кто он такой. Это обычный рандомный игрок. Ну может быть он тебе есть, друзья. Нет. Я его вообще не знаю. А, обе секш. Так, три опять скейпс. Нужно... Так, Риквиз за Эльмеги 2. Короче, сейчас будет. Ну почему ты там пишешь крик в Эльмеги 113? Потому что, как мы будем писать Зевельмеги, вот так? Просто неудобно писать крик Зевин Меги, вот так вот. Так неудобно, я могу тебе сказать. Геймс. Шо ты, Геймс, короче, в одно место? Серьезно. У меня еще дурка приехала. За моим окном. Я пришел. Успел. Так, кто здесь? А, это Гейлит? Я сдох, как. Так, кто там? А это гача! Я спас самого это себя. Это гача! Я спас самого себя, короче, могу сказать. Мажор Твинс это гача. Геймс это гача, чё? Мажор Твинс это гача. В смысле? Ну, посмотри в спектейте моде. Погоди. Короче, Винмега спасает Винмегу.
Кстати, а в твоей игре будет Rescue Missions? Нет, скорее всего. Тогда твоя игра попадет. Да охренел! За геймега, блин. По 751. Там мы спасаем от того элита холика, это неинтересно. А, еще раз. Антиджа. Антиджа, походу, ушел. Нет. Я его мучу. Не надо его мутить. Я его вот это. Invisible gay. Кстати, это Вин, попробуй Данёру позвонить. Он не в сети, ты же сам. Ну тут мне надо просто слевать за тобой, я его сбок. Антиджа Бэт. Так, элит. Элит. Геймс. Геймс. А, Геймс жив. Так, значит, Зевин Мега. Чё? Так, Антиджа гей, короче, всё. Мы одного гея нашли, это был Антиджа. Антиджа Бэт. Всё. Так, окей, кого мы тут будем спасать? Элита, Танлиса и Дерпса. А, все-таки у нас новую карту. Блин, ненавижу эту карту. Опять тебя похожа музыка с Эротайдос. Ну, нифига не Эротайдос. Кстати, это Вин. Вин. Я сдох. Вин. Чао. Чао. Так, мать жива. А при чём тут это? Чао, ты сказал. И что? Я ж не имею в виду этого банда с ТикТока. Сразу же как Токсик начал обращаться. Винега сразу начал обращаться как Токсик. Что, я? Да. Почему? Сказал Маджелан. О, Маджелан. А, Маджелан. Пакман, ты попал в видос. Здорово. Ты успел зайти. Ну, жаль Стива, но он не успел. Я хотя ему могу сейчас написать, и что может быть он попадет в видос. Да блин, почему там невидимая стенка? А я думаю, что я знаю, что... Ну или такой... он или такой любит делать, чтобы не мог. Пэкман зашёл. А ну, ты здесь... Мне интересно, так что ты меня? Да, он все еще пилит меня. Я люблю, когда ты записываешь со мной, написал Пакман. Да блин, сиреноголовый разорался. Не на улице. Вот что-то с говно реально не сидит. Вот что-то с говно реально. Вот они... Это сейчас мне вообще реально мешает... мы, кстати, записывать ЛБ. А! Блин, быстрее! Нет! Нет! Что такое? Я не успел! Фак тебя, Лик, не видит. Какую карту? The Zavate Evasion. Надеюсь, пойду. Нет. Так, я напишу Стивену. Только... Вау, поднимается уже. Быстрее. А, всё, я успел до свидания. А, всё, наконец-то, наконец-то. У нас уже новый систем апдейта. Так, первым делом мы лобик сюда осматриваем. Первым делом Нелса кинет на логин. А если нет? А меня не закинуло. Мне тоже.
Пока что. Нет. Я просто следую за элитом, чтобы ты понимал. Нет! Нет! Так, и где вы? На Neonic Zone. Сейчас посмотрим, что это такое. Что это такое. А, да. Это ремейк Dino какой. Это какой-то ремейк Dino, да? Так, давайте еще раз этот Neonic Zone. Так, у нас, да, только Neonic Zone появилась. Айги лидер появился, да. Еще и вода стала токсичной, ненавижу. Да можно еще раз повторить. Ненавижу песню эту. А что ты ненавидишь? Песню. Какую? Ганс. А, делаю вдох, вот это, да? Это... Нет. А, Ганс, зима неделя? Зима неделя? Да. Я тоже, я на харде она вообще самая жесткая. Я вот сегодня играл на зиму неделю. Давай еще раз с него не делал. Мне пришлось из этого на нормале. Мне пришлось на нормале пройти. А я жива, что ты открыл фейс 6 альфа, элит. Я сдох, наверное. Элит говорит, пак говорит, чтобы элит открыл фейс 6 альфа. Тот, который у меня фаворит. Я не знаю. Это самая первая версия фейс 6, могу сказать. Фейс 6 альфа это самая первая версия. До моей так, игры. Окей. Не сдох ты тебе главное, хорошо? Не сдох. Посмотри, как Гейс. Выживет. Так, обе секшн у нас. Давайте Neonic Zone, я же не был. Напиши в чат Neonic Zone, чтобы мы поиграли на этой карте. Мне кажется, на нее уже сейчас проголосовали. О, так, теперь спасти элита. Гелит, вот, думаю, все. Вин. Чего? Помянем. Да? Помянем. Так, Винмега, иди ко мне. Фьюпса помянем. Вот почему нельзя спасти двух, а не трех? Причем второго не забирать, а третьего забрать. Почему так нельзя? Так можно. Можно? Можно. Можешь пропустить элита. Попроси Лита, но он 12% не сделал. Только если не спустишь Винегу, он тебя обидится. Он тебя даже бери, на том свете отомстит. Стоп. Да блин! Сука. Ненавижу. Обе секшн. Из-за ее сложности. Да какой Fighting Resistance? Neonic Zone нам надо, я не записал. Стоп, быстрее. Да, Neonic Zone. Элит вышел еще. Да ты... Элит... Это, Neonic Zone. На, уже? Сколько людей? Да тут, скорее всего, тут только вся реквитим и все. Так Пэтмена же нету. Нихера есть. Алло, это чё? Стив это что, Тандрес? Нет. Тут музыка из Фей 2, кстати. Музыка из Фей 2 здесь из секретной локации, так сказать. Здесь музыка из секретной локации. А, аудио создано было геймсом, я понял. Я нажал на кнопку! И чё? Зельмега, ты гей. Элит! Фиксинг багс. Кстати, Вин, ты гей. Чего? Чего? Ты гей. Меня не слышно. Ты гей, Вин. Да господи, хватит. Ты не я уже перестаю токсиком быть. Ты не поддерживаешь путь.
Кто президент Беларуси? Путин. А Казахстана? Путин. А Украины? Путин. А России? Путин. Почему ты говоришь только... Путин. А, в смысле? Я не понял! Ага, чего вы? Я в Lobby Section, только в Lobby Section 2. Потому что я сейчас нахожусь в Lobby 30. Ну или ты! Ненавижу тебя! Педик. Элит, телепортируй его к нам. Он меня прям телепортировал, Лобби, он такую графику у меня сейчас убрал просто. Элит, кинь всех, пожалуйста. Я надеюсь, ты не сдох там? Нет, не сдох, мне это телепортировал Элит. Потому что я в Лобби заспалился вместо Лобби Секшена. Аааа! Так, мне кажется, он обновил что-то в Лобби. Мы так это не проверили. Так, а ну... Updated Autumn Films. Да, мы это проверяли. Резкие мишины тоже, резкие мишины тоже проверяли. А, еще. Замега гей. Окей, тебе виднее. Ты сам говоришь, что ты гей. А куда мне? Я не знаю, куда мне идти. Почему ли такие запутанные карты? Вы что, все время здесь стояли? Да. Куда? Куда здесь идти? Я пытаюсь в армию. Куда идти сюда вот здесь? Серьезно? Ну, вода, поднимайся. Есть. Ее срываю. Что-то странно, какая-то запутанная карта. Я с тобой в один момент туда. Что-то запутанная карта, короче. Что ты понимал, я сейчас играл с Invisible Players. А, угу. Василий 51 карта, которую я не буду убирать из игры. Окей, значит, пошли в Василий 51. Forbidden Jays, Бэт. Ну, будешь нажимать или нет? Нет. Да, я успел. Здорово, Максиманер. Сколько игроков, кстати. Столько игроков набирается из-за того, что мы играем. А давай сделаем вот Revision геймплей. Хочу ножка минить. Через 5 минут ты знаешь, если Элита еще раз это сделает, я буду называть Элита гейлитом. Постоянно? На этот выпуск. Это Казавельмеги. Это Казавельмеги. Какую карту? Постелите 51. А зачем опять мне в зону?